Всем привет! 18 часов 15 минут. И я зашла в теплицу. Посмотрите, как красиво расцвел гимнокалициум. Красиво, да? Забежала в теплицу, чтобы еще что-нибудь успеть поснимать. Гимнокалициумы. Честно говоря, я пришла сюда из-за моих астрофитумов. Сегодня расцвел красноцветковый астрофитум Red двумя цветами. Очень красивый. Возможно, завтра откроется астрофитум Астериас рядом стоящий, и я смогу переопылить. Конечно, если завяжутся семена, буду сеять. Вот такая прелесть. Астрофитум Каприкорный, минор, расцвел. Сейчас уже все время астрофитумов. Они в бутонах, они раскрываются. Вот эти вот завтра пойдут. Вот. Посмотрите, какой этот. Это Анзука. Астрофитум Невеум Анзука. Он еще полностью не открыт, но это у него пойдет завтра. Лепестки насыщенные, желтые. Вот. Астрофитум Каприкорный Майор. Вот. Это у нас Синилис, астрофитум Синилис, да? Так красиво. Я специально ради них забежала сюда. Ну что ж, еще покажу гимнокалициумы. Вот здесь уже довольно большие гимнокалициумы и красивые. Нежные цвета. Просто прелесть. Этот старичок мой. Вот такой. Ну, еще на минутку. Красноцветковый. Здорово, да? И вот здесь еще разочек. Ну что ж, друзья, спасибо, что посмотрели. Желаю вам всего хорошего. До свидания.